50-летний юбилей монумента славы, открытие школы номер 212, благоустройство скверов и ремонт дорог. В одном из крупных районов города, Ленинском, подвели итоги прошлого года. В 2017-м по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» заасфальтировали улицу Станционную. Благоустроили почти 30 общественных территорий, скверов и парков. Был организован сквер досуга на западном жилмассиве. Это территория непосредственной близости ДК «Септикстельмаш». Начали благоустраивать сквер на Карла Маркса. Сейчас убран забор, и уже, по крайней мере, две акции мы там провели, в том числе и с участием мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя по высадке елей. На территории монумента славы открыли памятную арку малолетним узникам фашистских концлагерей. К юбилею подготовили выставки, виртуальную 3D-экскурсию. Многое сделали и в социальной сфере. На Горском жилмассиве открыли новую школу номер 212, а на юго-западном отремонтированное второе здание детского сада номер 465. Ученики Ленинского района показали высокие результаты в олимпиадах и на ЕГЭ. А вторая новосибирская гимназия вновь попала в рейтинг 500 лучших школ России. Это желание, это мотивация, это среда, в которой находятся дети, учителя. Это та среда, которая, собственно говоря, толкает на эти успехи, потому что модно быть успешным, модно уметь решать задачи по физике, модно быть здоровым. То есть вот эти ценности, которые сформированы в нашей образовательной среде, они и дают эти результаты. В прошлом году в Ленинском районе построили 19 новых домов, а 90 отремонтировали. Обустроили около 60 дворов, установили детские игровые городки. Сами ленинцы активно участвуют в жизни своего района. И мне очень приятно, что традиции остаются, традиции поддерживаются. Администрация пытается отмобилизовать все слои населения, а это только на пользу. Мы здесь живем, мы здесь работаем. И мы заинтересованы в том, чтобы район с каждым годом был лучше и лучше. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!